Всем привет! С вами Алис Садова, пожалуйста, новый видео по метрострою. Итак, всем я покажу вам сегодня. Добро. У нас наступил наконец-то 21 век. Всем покажу вам станции по 2001-2004 годы. Покажу вам сегодня станции. От станции Анина до станции Сергея Эйзенштейна. Вот наш поезд. Ну что, следующий с вами станция. С вами Анина. Следующая станция Анина. Итак, смотрите. Покажу вам всю станцию Анина, бульвар Дмитрия Донского, улица Старокачаловская и Бутовскую линию. Покажу вам улица Горчакова, бульвар Мира Ушакова, улица Горчакова и Бунинская аллея, парк Победы и Манаэль. А станция Тимирязевская до станции Манаэль Тимирязевска, улица Милошенкова, телецентр, улица Академика Королева, выставочный центр и улица Сергея Эйзенштейна. Вот я показал, какие сегодня станции будут на обзоре. Итак, сегодня будет три выпуска, три видео. Один выпуск про Москву и два выпуска про Питер. Станция Анина. Вот вы, станция Анина, вот таким образом. Вот, вот таким так выглядит. Давайте посмотрим вестибюль у нас с вами. У нас только один выход только. То же самое выход у нас. Давайте быстро поезд с вами. А вот наш поезд приехал. Так, следующая с вами станция бульвар Дмитрия Донского. Следующая станция бульвар Дмитрия Донского. Так. У нас сразу будет на переход с вами. Мы с вами изучили 2001, переходим в 2002 год. Итак, сейчас покажу у нас новый метропоезд Русич у нас с вами. Запустили первую на Бутовскую линию, вы уже знаете.
А вот у нас имеется станция бульвар Дмитрия Донского у нас. Станция бульвар Дмитрия Донского, конечная, переход на станцию, улица Старокачеловская, поезд дальше не идет, просьба выйти из вагонов. Вот будет станция бульвар Дмитрия Донского таким образом. О, русичи слышно. Давайте изучим с вами. Вот так в балкончике. Вот у нас в вестибюле так. Так, вот такой у нас лестничный вестибюль. Такой же вестибюль. Я занят! Так. Занят! Вот так. Давайте перейдем на тот вестибюль. На ток был только один этот вестибюль. Одна платформа. Угу, понятно. Сейчас минут через 3 будет у нас с вами. Вот такой у нас совмещенный вестибюль у нас. Видите? Если так, нам нужно с вами вот туз. Вот наш следующий за улица Старокачаловска, вот таким образом. Только у нас работает только одна платформа на этой станции. Этот у нас с вами смещен на выход. А тут у нас с вами на переход на станцию. Так, давайте на улицу Скобелевскую. Так, улица Скобелевская. Так, Королёва, Горчакова. А вот улица Скобелевская у нас. Вот так называется станция улица Скобелевская. Вот таким образом у нас. У нас с вами... Мы теперь вышли с вами в Южное Бутово. Так. Вестибюль у нас тоже самый вестибюль. Вот у нас такой у нас. Так всегда. Вот имеется лифт у нас с вами на... Так. Так, вот так у нас. А, понятно. Потом я установлю другие лифты. Так. Давайте на следующую станцию бульвар Адмирала Ушакова. Они все однотипные, эти станции, так. Вот и выглядит станция бульвар Адмирала Ушакова. Вот так. И дальше я все дальше установлю так.
Давайте следующую часть, улицу Горчакова. Вот нас Русич с вами. Следующая станция, улица Горчакова. Так, сколько у нас идет выпуск? 10 минут, понятно. Отлично. Вот у нас с вами. Можно с вами обзорчик делать на разные линии. Улица Горчакова. Вот так вот то же самое вы. Улица Горчакова. А здесь одни типные станции. Так и выглядит. Так. Так. Последняя наша станция Бунинская аллея. Вот так вот станция Бунинская аллея. Лифт я устанавливаю папу уже после видео. Так. Спасибо. Так, ага. Так, короче, вот так. Ну что ж, все, я вам показал. А теперь переходим на Арбатско-Покровскую линию, на станцию Киевская. Так, Киевская, 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 Киевская. Вот у нас с вами... Вот мы на станции Киевская. Теперь у нас продлена на одну станцию на этой линии. Это станция Парк Победы. Сейчас будет у нас с вами поезд до станции Парк Победы. Да, давно не было продлений. Давно не было про синюю линию. Так, сейчас у нас с вами будет поезд у нас. А, да, я еще покажу вам станцию Воробьёвый Гор, вам забыл показать. Ничего страшного. Следующая станция, Парк Победы, платформа справа. Станция у нас около 3 километров, около... 3 километра у нас с вами. Так, мы уже... Мы сейчас идем вдоль Филевской линии с вами. Чем отличается от Филевской от Арбатско-Покровской? Это у нас идет через этот часть. Охватывает эту часть западного округа. А этот у нас с вами будет быстрый способ добраться от Кунцевской. Ну что, мы уходим с вами на большую глубину с вами.
Сейчас будет станция у нас Парк Победы у нас. Сейчас появится у нас с вами. А вот у нас уже появляется сама станция. Станция Парк Победы. Платформа справа. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Вот так будет станция Парк Победы. Северный зал. Вот так и выглядит. А этот выход у нас с вами откроется позже у нас. Давайте покажу вам с вами южный зал. Вот так у нас в их станции Парк Победы южного зала. Так у нас это белый зал, а там у нас красный зал. Здесь имеется с белого зала выход у нас. Я на вестибюль немножко помучился. У нас сам эскалатор у нас с вами. Вот и так выйдет с вами вестибюль. Станция Парк. Павильончик такой. Ючка. Я немножко помучился. Вот и эскалатор сделал. Заборчик поставил, чтобы сюда никто не перелез. По ту сторону. И вот у нас такой и сделал выход. И вот такой подземный переходик. Сделал. Вот деревушка с вами, станция Парк Победы. Ну что ж. Так. Теперь летим на станцию Воробьёвой горы. Давайте на... Теперь... Открыто после длительной реконструкции. Сейчас... Я просто отметку переименовал. Вот и так и реконструировал станцию Воробьёвой горы таким образом. Вот так я сделал данную эту станцию. Вот у нас с вами номерной здесь ходит теперь уже. Если что, могу расширить эту станцию по длине. Вот у нас еще ежики катаются. По этой красной ветке еще. Так, ну что ж. Теперь показываю вам монорельс. Так, монорельс. Так, давайте на Тимирязевскую, так. Так, Тимирязевская, так. Я еще дорожки еще не сделал. Так, чтобы выйти... Чтобы попасть на Монорельс, надо выйти на Тимирязевской. Через вестибюль надо. Так, Монорельс где-то у нас идти. Вот. Вон туда нам нужно. На дорожку тоже надо проложить. Вот у нас с вами и Монорельс. Так. Вот так мы сделали. Жалко нет таких штучек, магнитных подушек. Ага, 8 минут нам ждать. Вот так у нас с вами выглядит с вами эстакады. Мы сделаем за вечер. Вот так у нас.
Вот торговца посадил. У нас здесь торговец здесь бегал. Решил посадить с этим лавом. Ладно, так. Так. Ну что ж, давайте следующая с вами станция. Как улица Милошенкова у нас. Милошенкова, так. Вот улица Милошенкова. Вот так у нас выглядит станция улица Милошенкова. Вот так у нас и выглядит. У нас монорельс работает с 7 до 8 вечера. Там всего 5 вагонов, 5 поездов работает. Так. У нас вестибюльность. Вот так у нас с вами. Так у нас вестибюль получился. Ну что, следующая с вами станция телецентр. Так, телецентр. Вот он, вот станция телецентр у нас таким образом. Вот так. Вестибюль у нас вот такой же проходик, как будет на выставочном центре. Так, следующая с вами станция улица Академика Королёва у нас. У нас платформа справа у нас. Сейчас. На Упере. Так, вот улица Академика Королёва. Вот так вот станция улица Академика Королёва. Вот у нас с вами поезд у нас. Мы вот такие запустили. У нас не нашлось на одной двери. На одну дверную. Только у нас... Только взяли такой мини. Вот так он... Мы поднимаемся с вами наверх с вами. Потом мы снова спускаемся с вами. Решил сделать как... По МЦК. Решил... На МЦК. Я все это закрою. Ну что ж, следующая с вами станция выставочный центр. Так. Вот, забыл здесь доделать. Я, видите, указатель поставил, куда вам идти. Нам туда получается. Ну что, следующая станция выставочный центр. Так, выставочный центр. Вот так называется станция выставочный центр. Похоже, как на телецентр. Здесь имеется дорожка на переход с вами. На ВДНХ. Вот у нас с вами переход на ВДНХ у нас с вами. Так, сколько у нас? 25 минут, понятно. Выпуск у нас будет вечером, так всегда, в 9 часов у нас. Вот мы с вами вот мы оказались на ВДНХ с вами. Так, на выставочный центр, на стрелочку, так. Я еще второй вестибюлист, надо еще заняться другими вестибюлями.
некоторые выходы построю на некоторых станциях заняться. Ну что, следующая с вами последняя станция на сегодня — улица Сергея Эйзенштейна. Так, ну что, улица Сергея Эйзенштейна. Вот. Вот так у нас выйдет станция Сергея Эйзенштейна, таким образом. Вот так у нас с вами выглядит. У нас такой же вестибюль, как на Тимирязевской. Есть оборотное кольцо и само депо. Вот. Здесь только на 5 поездов у нас только. Ну что ж, все. Это я закрою. Итак, на этом все. Я заканчиваю свой очередной выпуск по метрострою. Итак, через 10-20 начну обрезывать питерское метро. С вами был Олест. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!